Всем привет! И вы на канале Эллен Стар! И сегодня мы снимаем для вас долгожданное видео «Вопрос-ответ». И вы узнаете не только мои секретики, а секретики еще и моего брата, и моей мамы! Только не мои секретики. Если вы любите секретики, ставьте лайки! А если вы хотите вторую часть, напишите об этом в комментариях. И сегодня у нас кастрюли, и мы не будем ничего готовить. Сегодня мы будем нырять. Точнее, будет нырять Сережа. Мы будем нырять, Алинка? Да. Нет, я не буду. Я выйду сухой из воды. Будешь. Не буду. Будешь. Сейчас прям уйду. Я тебя не пускаю. Ладно. Давайте поиграем в этот челлендж. Вопрос-ответ. Готовы? Да. Нет. Давай попросим его. Ну готовься, ну пожалуйста. Ладно. Nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world's... Так, начнем с Алины. Она будет задавать вопросы. У нас мы уже будем есть... купаться. У нас уже есть написанные вопросы. Она будет задавать вопросы. И кто это делает, тот будет нырять. Я себе не представляю. Пододвинь себе ближе. Ближе, ближе, ближе пододвинь. А перед этим подпишитесь те, кто еще не подписался. Итак, мы начинаем для вас. Именно для вас. Алина, задавай вопрос. Я боюсь. Кого ты больше любишь? Любит всех! Кто больше любит фотографироваться? Накупаюсь сегодня, чувствую. Я уже так последнее время не фотографируюсь, что ты делаешь? Кто больше любит спать? Так нечестно! Но это правда. Надо было салфетку взять. У кого день рождения в январе? Вот так нырнула. Класс. Кто старше всех? Нет! Я всех младше! Шучу я. Я ничего не вижу. Мы так готовимся к лету. Давайте дальше. Кто чаще дома? Напьешься водички? Нет, я еще не пила водички. Смотрите, какая вредная. У кого длиннее волосы? Неужели не везет, наконец? А я хотела Сережа, чтобы нырял. Я ничего не вижу. Я родился. Ты так вспотел? Да. Кто больше ест? Я не ем. Наелся. В смысле? Он больше ест. Ты тоже. Чего я пострадала? Так нечестно. Да я больше тебя, может, ем, но он больше ест. Так нечестно. Больше, саму в нас попала. Наконец-то. Дальше. Наконец-то. Кто носит серьги? Блин. Надо было серьги снять. Кто занимается спортом? И нырянием еще занимаемся. Ага. Плавание. Ага. Плавание носа. Водолаз такой. Поплыли дальше. Кто красит ногти? А-а-а!
Блин. На самом деле рисую я тоже неплохо, но я довольна. Я с этим согласна. Ты тоже! Нет, ты тоже! Ныряй, не ныряй! Всем весело, кроме меня. Да хватит уже! Хватит, хватит! Она бы только нас ныряла и ныряла. Да. Теперь твоя очередь, садись. Теперь Сережа раскроет все секретики Алинкины. Ребята, я себе представляю, какая я сейчас красивая. Начинаем теперь с Алиной. Тебе сейчас будет? Ух, сейчас оторвусь. Так, кто чаще моет руки? Да нет! Она нет, Кирочка! Да сколько можно? Это сегодня не мой день! Дальше, кто любит челленджи? Ты что там, топишь ее? Булька ее! Ты жива, здорова? Ты там булькаешь. Да, классно, ага, я уже привыкла. Кто нет, лучше танцует? В смысле? И что, она нырнула? Да. Да? Ну да. Ты лучше танцуешь меня? Ну да. Ага, вот как они обо мне думают. Ничего не видели просто. Итак, кто умеет ездить на машине? Мама вышла сухой из воды, да. Очень сухенькая. Следующий вопрос в студии. Я уже боюсь! Кто больше убирает? Быстрее испытание на выносливость. Я боюсь, не надо больше мне трогать. Сидите в телефоне. Нечестно, она! Вы двое очень много сидите. Я меньше! Нет, вы двое много сидите в телефоне. Нет. Кто? Кто лучше делает слаймы? Ну, наконец-то. Она не нырнула, так нечестно! Я видела! Она жульничает! Давай-давай, слаймы! Еще раз нет. Вопрос в студию! Так нечестно! Я нырять почти не умею. Почти! А я уже научилась! Смотри, какая я! Кто любит спать? Она любит спать. А ты что, нет? Я вообще... Ну, она нырнула, не? Да. Хорошо. Не так достается, хватит! Все, погнали! Так, кто? Куда? Дальше, кто больше любит колбасу? Колбасу! Колбасный человек! Колбасу! Колбаску она любит. Давай, еще! Один вопросик, и хватит! Еще последний. Так, кто же из них нырнет? А ну? Кто больше любит животных? Она любит животных. Так, вопросики мои. Мои огурчики. Кто больше всех любит гулять? Так, у кого из них лучше оценки? А у кого лучше? А потом узнаешь, посмотришь видео. Кто больше убирает в комнате? Осторожно, осторожно. Плавай очень называется. Кто лучше плавает? Так плаваю, хорошо. Кто больше помогает по дому? Помогает. Кто
кто больше играет в компьютерные игры? И на этом, друзья, мы будем прощаться. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. И пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. И всем пока! До новых встреч! О, Боже.